Друзья, всем здорово, с вами, как всегда, Бамбуковый Медведь Капанда, рогатый Бамбуковый Медведь Капанда. Добро пожаловать ко мне в гости, Roblox Shindo Live. Так, друзья, как вы знаете, здесь была недавно обновка, меня подписчики просто завалили сообщениями, типа, Капандыч, у меня появились рога, как убрать эти рога, почему у меня рога, я не могу их убрать, а с чем это связано и так далее. В аватаре никак, ребята, это не меняется, никак это не исчезает, ребята, если вы там, ну, меняете, имею в виду, шмотки в этом, в едите. А, не в смысле вы кушаете, едите, а в смысле, когда у нас едит. Да? Когда вы делаете скин персонажу, да? Короче, в чем суть, ребята? Сейчас я вам быстренько расскажу, в чем там, короче, у нас соль, да? Не забываем только, ребят, как обычно, подписываться на канал, жмякать колокольчик и влепить царский, вкусненький, рогатенький лайкос, ребята. Попадос, а то рога так и останутся у вас на всю жизнь. О, нифига себе, смотрите, мы можем взять ими луну, да? Ом. Куда полетела? Рога. Клац, все, убили. Так, ладненько, про что это я? А, да, солнышко. Рога, ребята, короче, не знаю, к чему эта отсылка, без понятия. Короче, они у вас появляются на аватаре тогда, когда у вас стоит определенный блудлайн, ребята. И суть в том, то, что это обычный Акума. Смотрите, то есть, если у вас уже Акумыч стоит, ребята, я вот его, я протестил на остальных не появляется. Единственное, только я, конечно же, не знаю, какого-то, может быть, определенного уровня нужно. Вот у меня сейчас 1300 уровень. Ну, напишите, ребята, в комментариях потом, у кого появились рога, на каком блудлайне, ну, скорее всего, это то же самое будет, ребята, обычный Акума, ребята. Не банкай Акума, не еще какой-то, вот этот, именно обычный, да. И на каком у вас уровне, то есть, возможно, это только на 1300, но я не могу проверить сейчас, ребята, у меня максимальный, потому что, не знаю, может быть и на самом первом, да, он появляется. И как его убрать, ребята? Ну, в принципе, логично, как? Нужно просто его прокрутить, ребята, а также ресетнуться. Но если у вас нет генкай бага, вы просто его крутите, на что-то другое меняете и все. И после этого у вас рога пропадают. Смотрите, мы просто сейчас берем, меняем на какой, ну даже давайте вот на опять, например, банкай Акума, ребята. Тоже Акума, но уже другой. Ставим, ребята, например, на его, да? Хлоп, он у нас, не, погодите, не поменялся. Вот, теперь поменялся, ребята. Смотрите, рога пока месь есть, да, еще? Рога есть, вот такие вот красивые, здоровенские, офигенские, да, ребята? Смотрите, да? Ресет. Рога были, и рога у нас потом спилили, да, получается. Смотрим. Бум. Где рога? Где одежда моя? Голый. О, нормально, чуть не спалили. Все, ребята, рогов нету. Были рога и нет рогов, да? Обалдечки. Вот, в принципе, и все, ребят. Никакой магии. Простой вот такой вот небольшой секрет. К чему отсылка? Без понятия. Напишите в комментариях. Возможно, что-то это с этим будет связано, ребят. Я пока особо еще информацию не рыл. Как нарою что-нибудь еще, конечно же, вам сниму видосик. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Напоминаю еще раз, в субботу идем на Кураму. В 10 часов будет стрим. А в воскресенье сделаем раздачу робоксов. Все, ребят, всем жму лапку. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока. I like it.